Да ладно, да, скоро у нас состоится арфайт. Поборемся. Я готовился, настроен на победу. О, вижу, ведя себя хорошо, слежу за тобой. Прям такая у тебя положительная полоса. Побед, скажем так, над серьезными соперниками была. Конечно, я понимаю то, что ты опасный, сильный соперник. Тебя недооценивать ни в коем случае нельзя. Поборемся, как говорится, удачи тебе. И, конечно же, хотелось отметить то, что как спортсмен ты, конечно, я тебя ценю, уважаю. Как человек, немного ты меня, конечно, разочаровал и мою команду. Мы надеялись на дружбу, как говорится, долгую, хорошую. Но ты поступил, ну, видимо, у вас так принято. У нас так, к сожалению, к счастью, не принято так вести себя. Ну, как говорится, у каждого свой путь, дорога. Мы идем по ним. Тебя так воспитали, меня по-другому воспитали. Мы не понимаем, конечно, этих всех моментов, которые происходят сейчас. Но, как говорится, каждый идет своей дорогой дальше. Удачи тебе, здоровья и добра. Увидимся в субботу на поединке.